Жилищный вопрос никогда не теряет своей актуальности. Большинство молодых семей решают его самостоятельно, не полагаясь на помощь родителей и властей. Тем не менее, государство предоставляет определенные возможности тем, кто нуждается в собственном жилье. Одна из таких – участие в программе по обеспечению жильем молодых семей, реализуемом в рамках государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья». В администрации Калязинского района состоялось торжественное мероприятие по вручению жилищных сертификатов молодым семьям, участникам программы в 2023 году. Всего в этом году в Тверской области жилищные сертификаты получит 161 молодая семья. В Калязинском районе участниками программы стали 10 семей. Две из них многодетные. Жилищная проблема, она для молодых семей, которые начинают свою жизнь. Главное, потому что самая затратная часть вот нашей жизни – жилье будет, уже можно и закрепиться на работу, Получаемую денежную помощь семьи могут использовать на покупку или строительство жилья. Чтобы стать участником программы, семья должна состоять на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, но иметь собственные средства в дополнение к сертификату от государства. Возраст мужа и жены должен быть не более 35 лет. В программе могут участвовать как семьи без детей, так и с детьми. Жилищный сертификат, он очень ощутимая поддержка для молодых семей, особенно для семей с детьми, потому что у многих нету собственного жилья, и он играет огромную такую весомую роль. Мы очень рады, что смогли пройти по нужным критериям и поучаствовать в данной программе. Уже стартовал прием заявок на участие в программе на 2024 год. Для этого нужно обратиться в администрацию района по месту жительства.